Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Сок Яблочный, Оптик Чара, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем здорово! Всем привет! Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Прям так. Такую мощную, да, ставить? Не очень. Такая, чтобы просто она взорвалась и убила тех, кто рядом, чтобы не вылетела там не на рабочий стол. Как всегда это бывает. Все, я поставил. Так, а где же комната охранников? Она вот здесь, да? Рядом. А, я вижу, пацаны, прощайте. Ого! Слышь, ты что там оружие такое убил? Ой, подождите, я спавнюсь не там, где надо. Будем отлетать. И подальше. Карта очень большая. Здесь куча нычек, мы на ней, кстати, можем записать прятки. Давай, Димас, входи, я готов. Я вселился в одного из вас. Это, мне кажется, я. Да? Ой. Нет, это был не ты. Это был не ты. Ай! Где? Так, 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 надо внимательно чекать, где-то пацаны ходят. Где Димас? Да блин! Да я ни в кого не вселился, я пошутил. Я затроллил. Да ты, Димас, я тебя всех взорвал. Да я случайно сказал, что это я был. Это паника тут-то. Ребят, я пойду на разведку. Так, Фусика замутим тоже. Давай, не умри. Он на тебя зацелился, Фусик. Я ни на кого еще не целюсь, я просто сижу здесь в уголочку. Ага, мы знаем тебя, ты... Господи. Да нифига себе вы Рэмбо в воздухе, крутит сальто и мочит меня. Ты что, ненормальный что ли? Ты полегче. Штормник, успокойся. Он пересмотрел, короче, этих фильмов, боевиков. Джеки Чана пересмотрел. Вот именно. Это Джеки Чан с базукой. Убивайте меня, убейте меня. Убей. Он во мне. Убей его. Я не в тебе. Я в скромнике сижу, он даже не заметил, как я со спины в него вселился. Где, я не вижу. Нас двоих убей. Да блин, увидел, Фусик, молодец, красава. Спалила меня, спалила. Где же ты, Димас? Я хочу тебя взорвать. А ты меня не взорвешь, потому что ты взорвешь и других. Ага, сейчас я тебя пойму. Опа, я слышу где. Че, так прям сильно палим, на звук слышно? Да, вентиляция, это вентиляция. Где эта слюнька? Он тут рядом со мной бегал. Так, сейчас я буду вселяться. Что-то я не вселялся еще никого давно. В меня стрелял. Скромный. Нет, где? Тут. Он, Дима, зомби. Вот он, стрел. Дима, зомби! Нет. Где-то здесь. Нормально, нормально. Я выживаю. Я под столами бегаю, они меня даже не видят. В смысле под столами? Ну под столами бегаю, вы меня не видите. Тебя тут нету. Как это нету? А где бомба? Спанч Боб, а ну побеги до бомбы, я не вижу, где бомба. Она в комнате. Спанч Боб, ну хватит вертеться так сильно, у меня в кишках тебе неудобно. Ладно, убил, красава. Тогда пусти меня пройти сюда. Ой, бомба, я увидел ее. Нифига себе ты маленькую. Нифига себе ты маленькую запрятал, ты псих какой-то. Бейте меня, да нет, я ни в ком. Я бегаю за автоматами. Сейчас я прыгаю по столам. Так, иду. Стою возле стола. Нет, побежал. Стою с базукой, смотрю. Нет, пойду я. На картофанах в вентиляции лезу. Смотрю по сторонам. Никого нету. Это я что ли? Блин, мне так понравилось, прикольно. Как будто это я, только это был другой человек. Давно я так не угорал. Давай, Димас, я. Да слышь, отвали со своей рыжбайкой вонючей. Иди сюда. Ты на кого сказал иди сюда? На тебя, иди сюда. Капхед, скажи последние слова. Мочи. Да ну блин, ты такой маленький, в тебя реально тяжело попасть. Знаешь, что надо брать. Вот. Не, убери, лагает. Я слежу за одним человеком. Это маленькая слюнька очень быстрая. Так, я слежу за... Зачем ты в бомбу стреляешь? Она сейчас взорвется. Дурак, что ли? Вот, блин. Убил за того, что просто коснулся?
Ты зима. Где? Самый веселый режим. Где он? Да хватит мочить друг друга. Он тут. Да. Это цирк, я вам говорю. Боля, мочи его. Да ну хвору. Я посмотрю, что вы делаете. Это ж нормальные люди так делают, разве? Скелет, успокойся. У тебя косточки очень хрупкие. Скелет. Отойди, а то умрём. Правильно, правильно, стреляй по ним. Где он? Он кусок. Он вселился. Нет, меня убил. Да хорош, вы какие-то психи, как я. Да блин, ну Спайдермен, извини. Почему нельзя? Обстоятельства, Спайдермен. Собака обкровавленная побежала, ой, летит там, крупейшины крутит. Ай! Опасно. Ой, бомба! Бомба взорвалась, вы проиграли. Нечестно. Вы хорошо продержались, а? Аж 7 минут, молодцы. Ну чё, давайте теперь этот. А давайте еще один раунд. Только теперь я буду большим бегать. Посмотрим, что будет проще, с большим или с маленьким. Но я не могу теперь... давайте я не буду в первые пару волн, я не буду залазить в шахту. Вот как есть, такие на пролом. Все, бомбу поставили? Давай. Я могу ходить тихонько, меня не слышно. В смысле? Я Слышь, хорош мне пригвождателем лупашить. Отойди, отойди. Может, это сквозь текстур мне убить. Да, конечно, это же так и должно быть. Нет. Убили, убили. Реально, да, это было жестко. Не, ну это красиво было. Пойдем у нас выходить. Нормально, лупашим пацанов. Ой, ай! Камера дрожит. Вижу, вижу. Фу ты. Вы ж не стреляйте по бомбе! Ой, не по тому. Я когда стою возле бомбы, вы сразу проигрываете. Да. Подвешу бомбу на потолке, в той же комнате, только на потолке. Давай. Так будет интереснее. Давай. Давай, я обнулю карту, потому что реально радиация так лупашит жестко. Так. Лупаш бомбу на потолок, а я возьму еще раз чужого. Активировали даже, вот молодцы. Спасибо, пацаны, что активировали бомбу за меня. На всякий случай. Все, я иду к вам за бомбой. Давай. Офигенно за чужого играть, очень круто. Давай, ты Димас не пройдет. Они меня даже не видят. Ой-ой-ой, молодцы! За меня всю работу выполняете? Нет, ты не знаешь, что ты в комнате был. Помнишь, ну как так? Так, ну что? Давайте теперь просто выживание, раз у вас бомба не получается. Вот, давай, Димас. Давайте я объявляю охоту на одного игрока, а вы должны его защитить. Допустим, я буду сейчас охотиться на сока яблочного. О. Так, сок яблочный. Выслеживаем. Сначала выслеживаем его ник. Подождите, я застрял. Оптик. Скромник. Вот Димас. Я буду так стоять и жрать. Смотрите, просто стою и хаваю. Вот просто всех подряд. Нет, надо валить отсюда, надо валить. Я вспомнил, они психи. Вот так буду стоять и хавать. Вот отсюда они меня не убьют. Давай, иди сюда. Кто? Ты? Я ж могу через автоматы валить, я понял. О, отлично. Вот это я читер. Вы используете по-читерски своего персонажа. Ну чё, кто ко мне зайдет, сынок? Ты? Давай, заходи. Давай, заходи. Это мое логово, я сейчас буду тут яйца отлаживать. Какие? Димас, хочешь умереть? Квадратные. Близкие. Овально, да. Ты готов выжить?
А я никогда не умру, я же чужой. Блин, я просто хотел залезть в вентиляцию и резко вальнуть. Но я понимаю, что от ядерной бомбы никто еще не убегал, да? Ой-ой-ой, круто, круто. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.